Пойдем. Пойдем вниз. Пошли. Пойдем. Пошли. Захожу в ванную. И, друзья мои, по пятам ходят. Не отстают ни на шаг. Приводим себя в порядок. На кухню завтрак готовить пойду потом. Все как обычно. Зашла я в гардеробную. А что зашла? Показать вам еще одного зверя, который у нас живет. Сейчас свет включу, чтобы ярче было. Вот он, зверь. Черепашка морская. Вот она голову высунула. Ждет корм. Надо ее покормить. Сестра уезжает по делам. Инуся, ты на купере сегодня? На купере едет. Купере-пупере. Она у меня деловая. И что, Алик что? Дела нужно сделать, только приехала. Красотка, слушай, классным так на тебе платье. Вообще прелесть. Просто прелесть. А ну дай потрогаю. Вообще шикарно. Олег выруливает, разворачивает купер. Выехали за ворот. Олег проверяет, все ли в порядке с машинкой. Еду с сестрой по ее делам. И вот мы едем по Гастомелю. Здесь в основном частный сектор. Прогуляемся немножко. Ну, я как ее сопровождаю, а она, у нее дела, в общем.
Звери мои, пока, я уезжаю. Еще встретимся. Что вы, провожать нас собрались, да? И носик обувается, все одеваются, все, галопом по Европе. Едем в Киев. Едем. Едем по Гастомелю по дороге в Киев. Собачки наши будут под присмотром с Олегом и с Инной, пока они в Одессу не отъедут. А в Киеве нам дети еще оставляют свое хозяйство. Дальше покажу, как. Сзади тетушка сидит. Сестра моя уже более-менее нормально на камеру реагирует. По пути заехали в супермаркет. Кое-какие продукты нужно купить. Погружаемся. Купили. Немножко отоварились. Это холодильник пустой, нас же не было. И продолжаем дальше наш путь. Въезжаем в Киев, уже практически едем по Киеву. Спасибо, что были со мной. Подписывайтесь на мой канал, жмите колокольчик. И всем до скорых встреч. Всем пока.